вот если посмотреть то, что нам федеральные законодатели здесь предложили и уже приняли, то тогда возникает очень много рисков. Смотрите, кадастровая стоимость объектов капитального строительства на территории Ульяновской области определяется на основании результатов государственной кадастровой оценки, утвержденных в 2012 году. Новая кадастровая оценка объектов капитального строительства запланирована к проведению нашим центром государственной кадастровой оценки не ранее, чем в 2021 году. И мы понимаем, что в 2021 году, если мы проведем эту новую кадастровую оценку, то она начнет действовать с 2022 года. Таким образом, кадастровая стоимость объектов промышленной недвижимости будет иметь значительный перекос. А в некоторых населенных пунктах резко, просто в разы повышается рыночная стоимость. Как правило, кадастровая стоимость объектов недвижимости более чем 10-летней постройки значительно превышает остаточную стоимость. Мы попросили, вот я попросил, так сказать, там вот с Асанычем мы разговаривали, значит, и чтобы нам так вот эксперты сделали хотя бы оперативный анализ. И он показывает, что налогообложение промышленно-складской недвижимости при нынешних величинах кадастровой стоимости и действующей единой налоговой ставки приведет просто к суперрезкому росту нагрузки по данному налогу. Во многих случаях, коллеги, вдумайтесь, этот рост составит в 2 раза, а в отдельных случаях в 10 раз. При этом под наибольший удар попадают крупные и средние предприятия с большим количеством уже амортизированного имущества.